кэшбэк-сервис letyshops.ru позволяет экономить на покупках в более 700 популярных магазинах. А расширение Google Chrome напомнит о кэшбэке. Как получить премиум-аккаунт в подарок, смотрите в описании. Приветствую вас, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня у меня будет на распаковочке такие две посылочки. Одна пришла с Китая, одна по Украине. Я тут купила по городу одну посылочку на аукционе. И хочу вам тоже показать, что я купила. Посылочка открыта, потому что этот продавец был с моего города. И я просто забрала, он мне там оставил в одном месте, я ее забрала. Но я ее еще не смотрела. Давайте мы начнем с этой. Я хочу вам показать. Не знаю, мне просто... очень интересно. Это будет интересно тем, у кого есть дети. Думаю, вам понравится. Ну, надеюсь, что мне тоже понравится. Здесь должен быть, видите, такой детский бодик. Да, есть. Видите, друзья, такой детский бодик для маленького ребенка. Для новорожденного где-то до 3 месяцев. Кажется, так писали. Видите, такой интересный принт. Зимний принт. С лосем. Вот в шарфике. Winter baby. Зимний ребенок. Такой с ручками, с рукавами. Здесь у нас кнопочки. Хорошо. Вот, даже туго закрывается. В принципе, хорошо закрывается. Запаха нету. Но это, в принципе, запаха не должно быть, потому что это фирменная вещь. Эта вещь должна быть от Чибо. Я покупаю всегда на аукционе, там есть один продавец, у него дешево, он продает всегда на аукционе, я у него часто покупаю разные вещи. И вот этот раз я купила такой бодик. Этот бодик, ну, должен через пару месяцев пригодиться для, ну, не буду вам говорить для кого, или скажу, у моего брата через пару месяцев родится ребенок, и вот я. Ну, говорят, конечно, что нехорошо покупать наперед, но лучше, если что-то есть такое дешевое, хорошее, то можно и купить, потому что я уже, в принципе, много чего купила, разных товаров детских. Вот решила еще купить. И вторая посылочка мне пришла с Китая. Это очередная халява с Китая. Я купила тоже этот товар в приложении в мобильном. Через телефон утром, как я говорила, я за эту посылочку заплатила только 1 цент и 249 монет или мобильных бонусов. Здесь должны быть такие мужские боксерки черного цвета, размер, кажется, 5XL. Но я не помню, потому что, знаете, просто я покупала, просто хотела взять халяву. И я не смотрела ни на размер, ни на цвет, какой был ближе. Я зашла и сразу купила. В принципе, у меня кому-то дать. У меня есть брат, там другие родственники. Так что, я думаю, кому-то подойдет. И тем более за такую цену, за 1 цент. Даже хорошо запечатано. Конечно, в конверте пупырышков нету. Но хорошо запечатан. А, еще посылочка шла, в принципе, 3 недели. Да, где-то 21 или 22 дня. И видите, у нас вот такой пакет. Видите, пакет запечатанный. Даже фирменный. Фирменная упаковка. А, да, вот здесь видно черный цвет. Черный цвет. Размер, может, будет видно в серединке. Пишет мужская коллекция. Тут есть разный товар мужской. А, посылочка. Она закрыта. Видите, она даже запечатана. Даже нельзя распечатать. Ну, давайте я, в принципе, все равно. Да, видите, она даже хорошо. Она просто запаянный пакет. Фирменный запаянный пакет. Давайте я открою, потому что все равно этот товар для моих родственников, так что они не обидятся, что я открою и вам покажу. Мне просто самое интересно, что это за товар. Видите, пока упаковочка меня радует. Видите, фирменная, красивая упаковочка. Если кому-то надо, в принципе, очень даже неплохо. Конечно, то, что не посмотришь,
такие они. Смотрите, тут даже есть разных, разные бирки. И есть вот такие мужские боксерки. В принципе, боксерки неплохие. Материал такой приятный, мягкий. Но они такие огромные, что... Ух, ужас. Я даже не думала, что они будут такие большие. Да, 5XL. Наша Toyota совсем Modern China. Да, друзья, боксерки неплохие. Мужские, тем более за 1 цент. То, что я... Надо было меньший размер. Я что-то взяла, какой был ближе размер. Я не посмотрела на размер и взяла. А это будут большие, не знаю. Ну, кому-то мы подарим. В принципе, так боксерки неплохие. Может быть, если я найду этого продавца. У него, по-моему, много чего разного есть. И товар у него тоже есть дешевый. И там много разных акций у этого продавца. Я найду ссылочку и вам оставлю. Если вам интересно, можете купить. В принципе, запаха нету. Неплохо пошито, видите, аккуратно. Кажется, ниточек не торчат. Эти шовчики тоже ровные, такие аккуратные шовчики. И сам материал тоже такой мягенький, такой эластичный, но в то же время не то, чтобы сильно растягивался. И так неплохой. Так что, друзья, я вам рекомендую, если надо, я оставлю ссылочку, вы себе посмотрите. Все, друзья, вот такие у нас сегодня были две посылочки. Такая одежда у нас сегодня была, мужская и детская. Одна, что я купила в Китае, одна в Украине. Всем спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Впереди вас ждет еще много разных посылок интересных. Всем пока-пока.